Всем снова здорово, с вами снова Дэн150, и, конечно же, мы с вами будем искать секретики вот в такой большой дырочке. Ну и, конечно же, вы продолжаете смотреть Let's Play Palis Madness Returns, да? А вы чего ждали? Снова? Убей или будь убит. Так, окей. Йоу, ну ты, слышь? Это ж девочка Алиска. Ты что делаешь? Как ты смеешь вообще ее обижать, тварь бессердечная? Так, рыбки. Давно не виделись, как я вам соскучился, это мои маленькие синенькие рыбки. Вылази! Вот, все. Молодец. Хватит Алису отмораживать, она и так отмороженная. Все. Нет. Все, молодец. Заколебал. Что делаешь вообще-то? Ты мне скажи. Вот. Вот это проблематичный уже чувак будет. Сейчас главное разобраться со всеми этими мальками. Малек. Совсем малек, да. Не, ну вы посмотрите на шляпника на заднем плане, на кролика. Они вообще, по-моему, не смотрят даже на стол. Им вообще смотрят куда-то вдаль, безысходным взглядом. Несмотря на то, что Алиса совсем рядом. Убивает какие-то там железные карты. Играет в телефон, пряча его под партой. Что я вообще несу? А, блин. Не получилось. Потрюкачить. Вот он еще один говнюк. Привет, бро. Твори добро. Не, ну как вообще чувак мог додуматься себя на спину прифигачить сердечко? Да это глупо. Но все, умирай. Алиса разбила ему сердце. Да. Розочка. Ура, остался еще один кусочек розы, и я получу еще одну розочку к себе. Вот. В эту большую ветку рос. Мне нравится, когда Алиса икает. Мне нравится, когда Алиса кричит, но она не кричит. Вот Tomb Raider, Лара Крофт кричит, еще как кричит. Что ж. А тут вообще что-то как-то неприкольно, я бы сказал. Не, ну действительно. Что могу сказать? Все, это все, что я могу сказать. А, да, конечно. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Так, ну я не понял. Зачем эта дырочка? Она, походу, нам потом пригодится. Что это? Ох ты ж, офигеть. Чего нас ждет нечто эпичное в ближайшем игровом будущем? Какой-то лабиринт я смотрю тут, или что это? Ну, я бы не сказал, что лабиринт, но что-то там пройти надо будет. Как понимаю. Нехило так, да, действительно. О! О! Не понял. А, ну. Ради бутылочки? Вы издеваетесь? Не, ну, я понимаю, конечно, что можно было там открыть какую-нибудь дверцу, но ради этой бутылочки поворачивать рычаг. Не, ну это же гениально. Потяните рычаг, чтобы появилась бутылочка. Комната 666. Мое любимое число. Хотя нет, мое любимое число 150. 150. Конечно. Пум-пум. Ну,
Окей, давайте еще раз сюда рискнем зайти. О! О! Какая прелесть! Камушки в воздухе. Мне на них плевать. Я продолжаю в Alice Madness Returns играть. Бутылки собирать. И стараться не умирать. А дальше играть и снова играть. Продолжать и умирать. Умирать. О, по стелсу так получилось, да? Вот, все. Но, блин. Нет. Это было слишком рискованно. Теперь я примерно знаю, что мне будет. Хотя нет, я не знаю, что мне будет. А главное, за что, что мне будет. Я вообще не понимаю, что я сейчас говорю. Но, тем не менее... Да, действительно, хоть какой-то интерес, слушайте, даже развили. Так. Ага. Окей, я должен успеть. Я успею. Я однозначно успею. Давай, давай, давай! Давай, Алиса, я в тебя верю! Не зря в тебя верил, Алиса. Молодец. Так, ага, по стелсу тогда. О, все. Видите, моя перечница прокачанная по... ради того, чтобы воскресить Степашку и провести обряд, оказалась таким... крайне полезной штучкой. Так что я теперь вообще ни капли не жалею о том, что я прокачал его. Ведь в итоге у нас и Степашка воскрес, и Алиса умерла. Да. Не, ну если честно, Степашка вообще прям вот он зарешал прям вот все, что могу сказать по этому поводу. Давай. Плыви. Шевелитесь, вы долбанные деревяшки. Надеюсь, тут не будете. Ура, 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 ура! Ура! Так, нет, я, пожалуй, лучше подожду вот. Пока вот сейчас. Все. Знаю у вас хитрые механизмы. Только на вас наступишь, вы сразу влазите, говнюки позорные. Как крысы такие. Не, ну конечно тогда. Какие крысы? Микки Маусы. Конечно, Рататуй. Комната 666. Гениально. Окей, уже хочу туда. Хочу туда. Давай, комнатка. Вот ты моя няша. Комнатяша. И с вами был Дэн150. Вы смотрели Let's Play на Alice Madness Returns. Всем удачи, всем пока. Няшной Алиске вам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.